Нет, не бей! Что мне с этим делать? Света, что мил мне. Весна без цветов, скотина без молока, женщины без стыда, мужи без отваги, пленники без короля, леса без желудей, лживый суд старцев, неправдивая речь пригонов. Станет каждый предателем, каждый мальчик вором. Thank you.
Я готовлю вам один сюрприз. Не убивайте Горбада, и я вам еще пригожусь. Возьмите это в знак признательности. Нет, не бейте меня! Пока ничего, почти готово. Очень сильно, очень круто, живите! Не бейте меня, и я все сделаю! У меня нет места. Приветствую, добрый человек. Добро пожаловать в мою пивную. И что же вам от меня нужно?
Ничего не беспокоит вас? Приветствую, друг мой. Стой и послушай меня. Я что, не могу спокойно пить? Я чувствую, ваша душа ищет ответ. Обратите внимание и внимательно прочтите правдивую историю, записанную ниже, ибо она есть наследство Харадрима. Когда последний конфликт между небесами и адом переходит на землю смертных людей, его иногда называют войной греха. Ангелы и демоны бродят среди людей под маской и сражаются в молчании, незаметно для нас, простых людей. Некоторые бесстрашные, могучие герои иногда присоединяются к той или иной стороне и оказывают влияние на ход войны греха. Thank you.
Здесь. Свои вмешательства ты доведешь меня до бешенства. Возьми эту вещь и оставь меня со своими глупыми проблемами. А? Твоё любопытство не доведёт тебя? Я извиняюсь, что мне с этим делать? Я вам не мешала? Ого, а здесь жарко.
Ну-ка, поди сюда. Если вам не надо что-либо прикреплять заново, старый пепел не хуже всех прочих. Если бы у меня было несколько его эликсиров, я мог бы ходить на двух ногах. Добрый день. Чем могу помочь? Ничего не беспокоит вас? Друг мой, стой и послушай меня. Приветствую вас! Я всегда рад видеть одного из моих лучших клиентов. Я знаю, что вы заходили в лабиринт подальше многих. И я вспомнил одну замечательную историю, которая могла бы вас заинтересовать. Один из людей, вернувшихся из лабиринта, рассказал мне о таинственной наковальне, на которую он случайно наткнулся при бегстве. Его описание напомнило мне о легендах, которые я слышал в детстве, о вечно пылающей адской кузнице, где создаются великие магические артефакты. Легенда гласит, что в этой кузнице запрятана наковальня гнева, а она, в свою очередь, содержит саму суть подземного мира демонов. Говорят, что изготовленное на такой наковальне оружие может обладать большой силой, способной победить даже черных повелителей зла. Если вам удастся отыскать эту наковальню, я смогу сделать вам такое оружие. Найдите наковальню, и я приступлю к работе. И что же вам от меня нужно? Приветствую вас! Приветствую вас! Я всегда... Нет, не бейте меня, пощадите! Оставьте меня в живых, и я вам... Ну-ка, поди сюда. Если вы найдете этот артефакт для Грисвальда, это серьезно помешает моему бизнесу в этом городишке. Впрочем, это нереально. Если вам не надо что-либо прикреплять заново, старый Пеппин не хуже всех прочих. Если бы у меня было несколько его эликсиров, я мог бы ходить на двух ногах. Что же вам от меня нужно?
Почивай с миром, друг мой.
больше мне нужно отнести это к Грисволду. Приветствую, друг мой, стой и послушай меня. Не верю своим глазам, это же наковальня гнева. Хорошая работа, друг мой. Теперь мы покажем этим ублюдкам, где раки зимуют. Они еще узнают такое, от чего черти в аду от ужаса по носам и зайдут. Да поможет нам свет. Приветствую, друг мой, стой и послушай меня. Что же вам от меня нужно? Что же вам от меня нужно?